Всем привет, с вами Ронимус, и очередной, ну точнее, не очередной, а всего лишь второй летсплей по игре Realm of the Mad God. Как видите, я давно в нее не играл, ну с момента предыдущей записи, и максимум я дошел до 15 уровня, и меня убила какая-то левая фигня, потому что я зашел не в ту, какая-то красная фламинго, судя по всему. Потому что я зашел не в ту зону, и меня покромсали вообще к чертям. Вот. Не умер я в предыдущий раз, значит мы берем в этот. Супер. Итак, какая у нас экипировка на 12 уровне? Потому что я играю за воина. Наверное, нужно было показать главное меню, но как-нибудь потом. Пожалуй. Итак, длинный меч. Тот самый, на который я говорил, что он особо крутой. На самом деле он нормальный, но основной прикол в том, что он очень-очень недалеко бьет. Затем вороненый шлем, довольно мощный. У меня как-то был мифриловый сет, но, как я уже говорил, меня убил фламинго. Потом просто золотой нагрудник и кольцо, ну, большое кольцо защиты, дающее плюс к славе и плюс к защите. Круто. Так, что у нас в сундуках? Это для роги, это для вора чуть послабее, в смысле для вора, для воина. Так, огненный лук, тоже для этих всех. Дорогов. А так, Vitality. Ну, не знаю, я предпочитаю стать в Defense. Так, что, собственно, означает 12 уровень для нас? 12 уровень для нас означает убийство энтов, что проходит уже после убийства драконов. Как вообще распределяются квесты? На 7 уровне, если вы помните, мы доходили до драконов. А сейчас нам нужно убивать энтов. Энтов. Энты гораздо опаснее, энты гораздо веселее. Собственно, начиная с драконов, на 7 уровне уже начинают выпадать крутые вещи, типа вот вороненое железо, это уже крутая вещь. И вот такие вот кольца, дающие бонус к славе, это тоже крутые вещи. Как можно сделать, если вы хотите рисковать? Тогда вы телепортируетесь в центр. В центре всегда Месилова, потому что именно там происходит вообще убийство этого самого Оликса, безумного бога. Ох, наед, ты что ли снова? Всем хой. Там происходит убийство этого самого безумного бога и всяческие там ивенты. И поэтому вы можете туда записаться, и если вы умудритесь уклониться от всех абсолютно снарядов, потому что один единственный снаряд вас убьет, то вы можете выбить себе крутую какую-нибудь фигню. У меня так и вышло. Но потом меня убило чертов фламинго. Не суть. Мы сейчас идем к энтам, которого, кстати говоря, энта уже убили, так что идти к нему нет смысла. О, дворф. Не знаю, я это просто всех вырезаю, ибо могу. У каждого класса, как вы знаете, может быть, потому что я не успел сыграть за несколько классов. У каждого класса есть... Ну, в общем-то, немного погоним об инвентаре. Это оружие, как ни удивительно. У магов, например, оно часто дает двойной выстрел. Ну, я думаю, у многих он дает двойной выстрел, потому что у лучников точно есть лук, который дает двойной выстрел. Ну вот. И, кроме того, вместе с уроном меняется еще и дальность. Например, у воинов один из самых... Блин, не знаю даже, что сказать. Короче, бьет... Короче, всех. Или мне так кажется просто. Кроме того, это кольцо, одно любое кольцо на выбор. Ну, собственно, защита. У многих классов она сочетается, у многих она своя. И чисто личный предмет на собственную способность. Вот, кстати, рыцарь. Круто. У воина этот шлем дает плюс к скорости атаки, к урону, к скорости передвижения на 4 секунды, насколько я помню. На 4,5 секунды даже, вот так. Берсерк, спиди, плюс 5 дефенсов. Дефенс у нас вообще, видите, офигенный. Собственно говоря, все-таки растут статы вместе с уровнем, так что просто победить всех, используя какие-то супер-убер вещи, нельзя. Нужны действительно хорошие статы. У меня были хорошие вещи для волшебника, точнее для визарда. Для кладуна, то бишь. И я хотел поиграть, но потом пришел Лукита, то бишь хил. Играя за Сорку. Ну, в смысле, за Визарда, опять-таки. Я дал ему все эти вещи, и он сразу умер. Такие дела. Так что не доведется мне поиграть с хорошими вещами за волшебника. Но они были реально крутые, мне так кажется. Сейчас мне таких не упадает. Так.
Ironwood или Darkwood, не знаю. Короче, из какого-то особо крутого леса. Ну, пока что мы просто всех убиваем на пути к Кенту, я вам рассказываю всякую необязательную фигню. Потому что воин — это последний класс, который можно открыть, дойдя до 5 уровня. А дальнейшие классы открываются прохождением до 20 уровня, то есть до максимального. Если я говорю, что у меня максимально 15, то понимаете, да? Дальше открыть будет очень и очень сложно. Ну что ты не дохнешь, что тебя на 7 уровне можно убить. А на 12 такая запара. Драконов я предпочитаю убивать всегда, потому что с них часто упадает хороший лут. Это здорово. А с этой фигни не упадает даже опыт, насколько я помню. Это странно. Однако мы уже почти 13 уровня. Если честно, не знаю, что следует после 15, потому что... уже на 10 или я даже не знаю на каком уровне всегда начинают появляться ивентовые боссы, типа Лича того самого. А я не знаю, показывал я на видео Лича. Ну, короче, что-то в этом роде. Например, вам дадут задание убийства Лича. Что это значит? Это не значит, что Лич рассчитан на 10 уровень. Это значит, что Лич — это ивентовый босс, который открывает вам путь в пещеру. То есть, приблизительно в такую же пещеру, как пиратская, но это открывается с определенных боссов. То есть, я в Личевской, вот этой, в пещере Лича не было никогда. А я был в пещере Огненной Ящерицы. И это чертовы джунгли галлюциногенные. Ну, реально галлюциногенные, там какие-то твари, которые вас галлюцинируют. Это полный чертов ад. Вот, кстати говоря, и Лич. Я не знаю, на 13 уровне, может быть, может попробовать его убить. Я не помню, на каком уровне я это сделал тогда. Но почему бы не попробовать? О, чертовы тролли. Не успел залечиться. Или успел. Для того, чтобы убить троллей, нужно сначала убить шаманов, которые восстанавливают им жизни. Ну, вы сами понимаете, тролли, они везде такие. Восстанавливают жизни и вообще... редиски. Ну же, ну же, вы еще небось воскрешайте своих. А, они вас деклякнули. Где этот чертов Лич? Я хочу повидать его пещеру, потому что я в его пещерке. Я в твоей пещерке еще не был. Кстати говоря, тут... да, тут можно раздолбить проход. А вот и Лич. New records for Monday Army. How delightful. Да, действительно. Давайте, однако, поможем ему отправиться на тот свет в третий или в четвертый раз, я не знаю. Тут несколько личей все... О, боже мой! Что за ад? Вот видите, мы сейчас... Не, мне все это не нужно. А, или не открывается проход в пещеру. Нет, не открылся. А я не знаю, если честно. Может быть, и не открывается. Может быть, мне только показалось, что так должно быть. В общем-то, это синешали лорда. Ну, не синешали, а, так сказать, лорда-лорда. То есть, если лорд — это лорд, то это его, скажем, виконты. Или что-нибудь в этом роде. Заместитель, короче говоря. Ну, я понимаю, как можно доверить там какие-нибудь дела Личу, но, черт побери, как можно доверить дела гигантской гребаной красной ящерице? Вы что, совсем, что ли, охренели? Странно. Что-то как-то он совсем не похож на босса, замечаете, да? Вот только два раза попал. Или один даже. Фигня полная, короче. Вы кто такие? Чё это вообще происходит? А, ну окей. Ну теперь, насколько я понимаю, на них ходит в основном из-за лута. Ну и ладно. Тут тоже неплохо. Или это просто всего-навсего охота на личей. Имеет смысл. Видите, народ ждет, пока... Так, народ ждет, пока мы не добежим до лича, и тогда они телепортируются к нам. Потому что телепортироваться можно куда угодно, к любому человеку на карте. Очень удобно. Я даже не смотрел на время, я думаю, что мы будем снимать очень... Это очень долгое видео, но, в общем-то, вам виднее, конечно. Ты кто такой? 20 уровень. А, паладин. Но все равно, может, у тебя что-нибудь полезное. Ух ты, ё-моё, вы посмотрите, Fire Sword. 90-35, 75-20. Лучше моего. Ух ты, эпик.
У меня был такой, когда я играл в прошлый раз за воина. То есть ничего особенного, но на 13 уровне ходить просто с длинным мечом — это не очень хорошо. Привет, третий лич. Тя. Оликс уязвлен, если вы почитаете чат. Он говорит: как так? Он же был неуязвим. Сейчас вы мне даже толком навредить не можете. Ах, скоты. Ладно, новый уровень, уже хорошо. Ты что здесь забыл? Неплохо, неплохо сработано. Что? Что это значит? Дракон? В смысле? У меня 14 уровень, какой квест на дракон? Ты о чем вообще? Ну ладно, попробуем. Вдруг нам скажут, что типа квест completed. Всякое может быть. Да? Странно. Очень странно. Ух ты, ё-моё! I'll suffer no more, you impudence! I've closed this realm! You'll not leave to see the light of day! Короче говоря, теперь на карте, точнее в Нексусе. Теперь в Нексусе этот сервер, на котором мы сейчас находимся, закрыт. Я не знаю, можем ли мы уйти с этого сервера, или если мы можем уйти, можем ли мы потом в него вернуться, я ничего этого не знаю. Но я только знаю, что теперь нам остается только убить этого чертова Оликса. Потому что эти все задания, которые мы выполняли на убийство, там лич и все такое, это нужно было для того, чтобы его ослабить. Потому что, насколько я понимаю, Оликс появляется только тогда, когда вы убьете всех его замов. В ТЧ всех личей, всех нам ящериц, всех прочую фигню. То есть, да, это было необходимо. Такие дела. И сейчас нам нужно убить только самого Оликса, но знаете, я туда не полезу. Есть ачивки типа «Убейте 1000 богов». Реально 1000 богов. То есть есть люди, одни персонажи способны убить 1000 богов, это которые играют по много месяцев одним и тем же персонажем. Вот, кстати говоря, фигня кольцо-то, по сути. Но это кольцо получше будет. Но я все-таки, пожалуй, возьму его и положу в сундук потом. Потому что, как вы видели... Нифига себе. Как вы видели, с личи выпадают вещи хуже, чем с чертовых драконов. Ты что, бросаешь их, что ли? Лёх, ты что творишь? Что вообще происходит, Ема? Это что за лолски? Ну ладно, 15 уровень, неплохо. На рекорд идем. Идем на рекорд, это хорошо. Я хотел зарекордить рекорд. Ну, в смысле, заснять рекорд. Тут должен быть энд. Вот эта полянка, это местность энта. Но его здесь нет. Потому что энты живут на очень открытых пространствах. О, маминес have failed me, but now you shall feel my wrath. Come meet your doom at the walls of my castle. Короче говоря, все идут убивать Оликса в его... О боже мой, что? Что это значит? Что это... Что? Типа весь серф идет убивать Оликса? Слушайте, мощь! Я никогда этого не видел. И сейчас мы это сделаем. Или умрем, пытаясь. Так или иначе, народ, это будет круто. Давайте. Я не пойду туда первым. Идите нахрен. Я даже вторым туда не пойду. Идите, пожалуйста, сами. Черт побери, кого мы тут бьем? О боже, боже, мой, боже, боже, что, что это, что это? Ты кто вообще такой? Тебя нужно бояться или ты кто? Что ты? Ой, не надо мне так громко в камеру. В смысле, в микрофон, в смысле, в наушники. А потом уже в микрофон. Кошмар какой. Какой ад. Бутылочка. Бутылочка — это хорошо, сколько мне здоровья. 500. Блин, значит, бутылки ничего... Бутылки ничем нам не помогут, значит. Ты умрешь? Да, ты умер. Молодец. Ой! Черт побери, это было близко.
Я даже не понял, что это было. Но какая-то хрень налетела на меня и чуть не убила. Это было печально. Так. Они все уже там тусят, да? Ладно, пойдем к ним. Как? Как мы туда пошли? А, тут есть проход. Отлично. Отлично, супер. Вот он, замок Оликса, где все и тусят. Никто не останавливается на его чертов меню. Все идут дальше. О боже, боже, что, что? Нет, я не хочу умирать, ребят. Пожалуйста, оставьте меня в Валиргарде, я не хочу умирать. Что это? Что это за звуки? А, это чертов Стоун Гвардиан. Хорошо. О, меня вылечили. Отлично. Еще один Стоун Гвардиан. Зачем быть таким громким, чувак? Это... Хотя, я думаю, что он сказал бы... Это чертов мой дом, что хочу, то и делаю. В стиле Эдди Мёрфи. Так, ну... Где мой 20 уровень? Боже мой, что за ад? Как от этого можно уклоняться, ребят? Не-н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 е
К такому-то Оликса. Боже мой, я в панике. А вон и сам Оликс. Оликс, безумный бог, мать твою! The universe runs to my will alone! О нет! Это гребаный боулинг! Осторожно! Нет! Ай, он высосал всю мою ману. Плохой, плохой Оникс! А вон и ты. Черт! Это просто гребаный ад. Оу-оу-оу. No! This cannot be! А типа все? Винный погреб. Я даже не получил чертового опыта за него. Как? Доскос. Лолский. Кто-нибудь мне объяснит, что это было? Ничего не понял. Что? О! Давайте. Я присоединился к ним? Reasonable Gods! Давайте попробуем. Мне нравится эта идея. Нет, вот так вот. А если я забыл название, допустим? Ура! Радуемся. О, этот чувак продает гиппопотама. Супер. Типа все, все валят отсюда, да? Потому что тут больше нефиг делать. Вот мы вступили в клан. Супер. Да, ребята, мы в клане. И значит, что теперь я могу, пожалуй, пробежаться и посмотреть. Что у нас, собственно, в клановой этой мясорубке? Бля, чувак. Ты кто вообще такой? Что это за класс, чувак? Трикстер? Трикстер, трикстер, трикстер. А, это чувак с ловушками. Неплохо. Ну ладно, валим отсюда. И сделать нефиг больше. Хой. Вот мы и здесь.
можем пройти еще 9 миллионов таких же миров и спасти их. Of course. Итак, Guild Hall. Что же нас здесь ожидает? Давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Guild Board. Интересно. Давайте посмотрим. Проток русских людей. Так. Понятно. Слушайте, мне это нравится. Может быть, я буду даже играть в это. Окей. Хроника гильдии. Давайте посмотрим. Иеронимус. Что значит? Ноль чего-то там. Ну, здесь не так много народа, это хорошо. Это хорошо. Основатель. Неплохо, неплохо, ребята. Меня это радует. Меня это радует. Однозначно радует. Что это такое? Просто окно? Так что дает чертова гильдия? А, ладно, я не знаю. Я, черт побери, не знаю, что такое гильдия и зачем она нужна. Однако, давайте выйдем в главное меню и посмотрим, чего мы добились. Потому что добились-то мы дофига всего. Мы, черт побери, убили Оликса вместе с вами в первый раз. 16 единиц славы. Нам нужно 20. А, что ж, неплохо. Итак, Визард, Арчер, Рога, Прист и Воллер. Дальше уже после 20 уровней они открываются. То есть вот так вот. Что ж, постараемся не умереть и добраться до 20 уровня. Я очень надеюсь, что у нас это получится. 16 единиц славы, это, конечно, немного. Так, Джин. Уровень... Мир по имени Джин. Ух ты, Лорд Феникс. Что это значит? А что это? Что? Что? Лол. Нет у меня никаких потов, пошел нафиг. Так, Феникс Лорд. Попробуем его убить и не убиться сами. Это будет, очевидно, самый... Ну, хотя нет, это явно будет не самое амбициозное наше путешествие. Но так или иначе, мы уже спасли один мир. Хотя мне дали за это опыта. Окей. Так, сабля чертова. А, для него очевидно. Спайдер. В смысле, это будет просто зелье такое. Я просто думал. Спид пот. Видимо, я такого, видимо, никогда не видел. А потом я подумал, что это наверняка для... Для него. В смысле, по его классу. Или просто того, что нужно его твингу. Или что-то в этом роде. Потому что, скорее всего, я даже куплю еще один слот. Ну, 150 рублей, ребят. Какие проблемы? Купить еще один слот. Иногда нужно фармить мелочь. Без этого, ну, никуда. Когда у вас не хватает бутылок, такое бывает очень часто. Нужно идти и фармить чертову мелочь. Вот что у меня сейчас довольно дурацкий нагрудник. Да и все, в общем-то, довольно дурацкое. Где же это гребаный Феникс? Я надеюсь, мы не пройдем через центр мира. Нет, не пройдем. Меня это устраивает. Так, окей. Будем просто двигаться в направлении Феникса, убивая все, что слишком долго задерживается в радиусе нашей атаки. Так у нас пока что и получается. О, я тебя знаю, чувак. I've met many like you, Ranimus, in my 3000 years. Чуваку трижды по 1000 лет, и он встречал миллион таких, как я. Ну и ладно, дело твое. Я не знаю, что они с тобой делали, но судя по тому... ладно, не будем тут пошли, в конце концов.
И постараемся не попадаться под выстрелы, потому что меня уже неплохо снесли. Не-не-не-не-не. Воинам довольно хорошо играть, весело. Ух ты, нифига. Чуваки, помогите мне, я один не справлюсь. А может, справлюсь с другой стороны. Вот только если эти гребаные гоблины не будут мне мешать. Нет! Меня что, убил чертов Феникс? Как? У меня было полно здоровья. Ладно, у меня 17 единиц славы. У меня нужно было 20. Черт бы меня побрал. Ладно. В этот раз будем играть за Рогу. Рога мне нравится. Рога крутой. Но у него был крутой сундук. Его можно было ограбить и свалить. Именно так я и планирую делать, играя за гребаного Рогу. Наверное, больше к атаке. Хотя нет, у него все-таки главное спид, так что пофигу. Основной плюс Роги в его дикой скорости. Абсолютно дичайшей скорости. Итак, эта фигня дает нам невидимость на N секунд. Да, на 4 секунды. Ну и плюс перманентный плюс к скорости. Так, Скорпион Квин. А, ну да, для начала начнем сначала. Все верно. Не будем огорчаться, что потеряли своего главного героя. Потому что это было на видео, значит, оно стоило того. А кроме того, ну в конце-то концов. Такая игра, если каждый раз огорчаться, что вы проиграли, то... Серьезно, лучше в нее не играть вообще. Привыкайте к тому, что вас будут убивать. И все ваши труды будут пропадать даром. Привыкайте к этому. Зато мы убили Олик с этим персонажем. Ну, то есть, немного присутствовали при этом, скажем так. В двух экранах от самого убийства. Даже небольшой дагер нам дали. 27 из 2060. Неплохо. Максимум у меня был, по-моему, обсидиановый, кажется. Обсидиановый кинжал. Самый крутой, который у меня был. Ну блин, мы потратили полчаса на 5 уровней. С 12 по 17. Или даже по 16, я не очень запомнил. Сейчас, я думаю, мы потратим где-то час, чтобы прокачать его до такого же уровня, а потом потерять его тоже. Так или иначе, это идет нам в нашу славу. Чем больше мы проигрываем, тем больше наша гребаная слава. Ну, в конечном счете. Ну, проигрывать лучше, конечно, на высоких уровнях. А лучше не проигрывать вообще. Так, гребаные бандиты. Сколько можно ждать у меня настоящую добычу? Ой. Родил бандита от страха. Гребаные наркоманы. Я даже не буду особо палиться по этому, потому что... Я не буду особо палиться сейчас в своем умении, потому что оно мне не очень нужно сейчас. Вот потом уже, когда будем сражаться с крутыми действительно противниками, тогда да. Тогда без этого никак. Когда на вас сагрится вся толпень, то тут уже... Жить или умереть. Гигантский чертов краб. Полишаем его. Видите, растет. Растут все статы. Нашим уровнем. Не атакуйте, чуваки. Серьезно. Я и без этого неплохо справлюсь. Блин, вот на низких уровнях враги почти не наносят урона. Серьезно, вы посмотрите. Я просто хожу среди их снарядов и ничего не делаю. В смысле, я не пытаюсь от них как-то уклоняться или что-то еще в этом роде. Абсолютно пофигу. Так, мы возьмем, пожалуй... Нет, бронзовый шлем. Бронзовый шлем у нас есть. Поэтому мы войдем в пещеру. Это не очень похоже на пещеру, на самом-то деле. Где-то чертов гигантский пират. А, вон, гигантский пират.
Дредс там. Король пиратов. Будем рваться прямиком к нему. Нужно использовать эти умения прямо перед получением нового уровня, потому что новый уровень автоматически восстанавливает ваше здоровье и вашу ману, и палец особо по этому поводу не обязательно. Ну да уж. Ну сдохни ты, сколько можно-то? Ты слишком крут для короля пиратов. У тебя даже половины глаза нету, потому что это чертов один пиксель. Где твоя рука? Ну, я имею в виду вторую руку. Где? Тут непонятно ничего. Просто какая-то движущаяся хрень, с которой даже ничего не выпало. Зачем вообще сюда приходил? Очевидно, за кинжалом из синей стали. Я не знаю, как будет синяя сталь по-русски. Очевидно, как-то тоже круто. Может быть, нержавейка? Нет, навряд ли. Дамасская сталь. Что у нас есть синего? Адамантин, мифрил? Не знаю. Так, что из тебя? Опять-таки, то же самое, синяя сталь. Не знаю, абсолютно не знаю. Легион трех демонов, да уж. Живет только за тем, чтобы черт побери служить мне. Какой нахрен квест? Вот квест. Ну, точно такого же короля. С которым мне не дали даже опыта, черт побери. Ну, в смысле, не сказали, что типа ты выполнил квест, молодец, все такое. На самом деле круто, что в некоторых местах эти короли спавнятся по 10 штук. И поэтому можно моментально, вот буквально за несколько минут, набрать там 5 и 6 уровень. Используя какой-нибудь там AOE, skill, spell. Короче, фигачи просто все поля. А правильно ли я понял, что... А, не знаю. Вот честно, не знаю. Так, 5 уровень. Что? Что? Русские, все русские. У меня такое ощущение, что... Давайте-ка проверим. А, фу. Слава богу. Я ж подумал, что после смерти мы вылетаем из гильдии. Это было бы просто шедеврально, я не знаю. Я бы тогда влюбился в эту чертову игру. Ну, точнее, я бы в нее влюбился, а потом сразу удалил нафиг. Потому что так играть нельзя, ребят. Так играть нельзя. Кстати, это здесь нафиг не нужно. Это можете выкинуть. Потому что она дефолтная, она есть у каждого. И следовательно, никому никогда не пригодится. Реально много народу знакомого я вижу здесь. И тебя, я тоже знаю. Несмотря на то, что видел тебя один-единственный раз в 4 часа утра, 2 недели назад. Pathetic humans, my two ghost kings shall destroy you utterly. Или я не знаю, как это правильно говорится. Блин, его убил бандит. Печальная судьба. К сожалению, мы ничего не можем сделать, его надгробим. Но можем отомстить этим чертовым бандитам. Месть, месть, воздаяние. Блин, вообще фигня какая-то. Как она называется, это даже не неофит, да, это неофит все-таки. I'm a sandman, Так, не будем тирольничать. Это не в нашем стиле. Ну, где тут еще что-нибудь, кроме этих чертовых бедуинов? Так, это не то. Сюда, может быть. Блин, зря я, конечно, отвалил от короля Сумо. Точнее, от бога Сумо. Как вообще дело все происходит? Когда я умру, играя за этого персонажа, за Робу, я вам еще покажу, что происходит в центре обычно. Ну, просто потому что если я полечу туда сейчас, то я там умру. А если я начну играть за новый персонажа, то мне будет не жалко. Если вы внимательно смотрели статистику, то увидели, что два моих персонажа погибли на первом уровне. Почему? Потому что я отправился в центр. Центр не терпит слабаков. Первый уровень самое то для центра. Так, вот тот чувак.
Если какой-то монстр отражается у вас на мини-карте, но в пределах Тумана Войны, значит, это квестовый моб. Вот что я понял. Он, кстати говоря, один из тех случаев, когда они фармятся по несколько штук. В смысле, респятся по несколько штук. Это круто, и это опасно. Скипетр. Нафиг мне скипетр. Как правило, я просто держу еще одну руку. Ну, у меня их несколько просто. Я держу еще одну руку на кнопке Insert, чтобы, если что, телепортироваться в Nexus без необходимости тратить поты. Но, как видите, у меня их полно. Так что лечь их особо нет смысла. Он переходный между всей этой фигней драконами, Shambling Sludge. Не знаю, что такое Sludge. Я только знаю, что есть такая музыка, которую я постоянно слушаю. Ну а что это, собственно, означает, я в душе не знаю вообще. О боже мой! Петров убит лавой на первом уровне. Черт побери, где здесь лава вообще? Конечно, можно сказать, что, дескать, почему бы не ходить в центр, если в центре все равно всегда убивают крутых тварей. Вы можете где-нибудь посторониться, а потом прибежать и вам дадут опыт. Просто за то, что вы были при этом. Но опыт вам дадут очень-очень мало. А процентный эквивалент. То есть, если кому-то выдали там 200 единиц опыта, вам могут выдать там 5 единиц опыта. Серьезно. Вам все равно нужен какой-то уровень. Даже не столько опыт, сколько реально уровень. Просто физически банальный тупой уровень, чтобы туда попасть. И чтобы получать за это хоть что-нибудь. Хоть какой-нибудь прикол. Вот эти лаги меня как-то выбешивают. У меня квест на тебя, чувак. Можно я тебя убью, добью, уничтожу? Нет, тут нечего кастрировать, черт побери, но все равно. Сделай милость, умри, пожалуйста. Я уже забыл. Ой. Этот визор что-то вообще фигачит. О, наконец-то. Клякнул и ты. Новый уровень, дайте, пожалуйста. Спасибо. Так, здесь нифига нет, понятно. О, Рой. Еще один переходный противник. You have no hope against my free oasis giants. Эти, на самом деле, гиганты довольно опасные, не потому что опасны сами по себе и особо сильные, крутые, быстрые и прочая фигня. А потому что их охраняет нехилая такая свита. То есть вот таких вот противников по типу вот этого сворма, ну, в смысле, роя или дракона, побеждать вообще как нафиг делать. Но побеждать вот таких вот, как этот Shambling Sludge, это довольно трудно именно из-за их свиты. Вот, видите, чувак попёрся вперед. То же самое Петров Лола. Видимо, он пытается сейчас испробовать ту самую стратегию. Играть в центре. И его убил Гох. Потому что как это дело вообще работает, насколько я понимаю. Вы идете в центр, убиваете какое-то количество богов, потому что центр — это огромная пустошь с богами. Реально. Они там просто друг на друге сидят. Убиваете этих богов, потом появляются все эти санишали, и вы их убиваете тоже, и тогда вас репортируют кодексу. В этом, собственно, весь мир состоит. Непонятно, почему один безумный бог сумел возвыситься над всеми остальными, и непонятно, почему он возвысил каких-то чертовых ящериц и личей выше каких-то там богов, пусть даже бога, черт побери, сумо. Все равно. Мне это не очень понятно. Да, квест, я не удивлен. Что же у нас будет в следующем? О боже мой! Deathmage! В душе не знаю, кто это такой. А, видимо, очередной инвентор. Ивентаж... А, ладно. Не будем материться. Нарушать славные традиции. Ты некромант! Фигня, кстати, полная, твой сундук. О, дворфы. Кстати говоря, о дворфах. Видел я когда-то... О, боже мой. Я буду чьим-то бессмертным рабом. Я видел когда-то какую-то копалку типа Майнкрафта, но с дворфийской тематикой. Я ее сейчас искал, но забыл название.
А найти ее просто по словам Dwarf и Minecraft, конечно, нереально. Так что, если кто знает название, скажите мне. Скажу только, что там можно копать любыми формами и прочая фигня, и там не кубическая графика какая-то еще, ну короче, вы поняли. Должны были понять. А могли и не понять, с другой стороны. Мне пофигу. Ты помрешь или нет, чувак? Мне просто как-то некомфортно шариться в том сундуке, пока ты в меня стреляешь какой-то синей фигней. Серьезно, это не очень-то вежливо. You are no match to my army of undead. Да пошел ты. Да блин, ты задолбал их воскрешать, чувак. Я с них опыта не получаю даже. Хотя ух ты, Fire Nova. Я такого спелла даже не видел, потому что за волшебника играя, мы видели два спелла, или может быть я только один видел. Ну, в смысле, на видео только один, может быть, снял. А это дефолтный, и потом еще добавляется еще какой-то, а это, видимо, третий уровень. Я такого даже никогда не встречал. Но будет круто, будет очень круто. Как видите, скорость моя все растет, 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 и я уже довольно круто. Трейд? Каким образом? Что ты хочешь? Что ты хочешь? На тебе. Ха, три пота. Возьми их, черт побери. На. Что? Он согласился? Ха. Вы только посмотрите. Боже мой. Это же Paramount Pictures. О боже. Вейла Чемерон Сэрлинон Дезингл Бринг. Офигенно. Адовое колечко. Ой. Я не знаю, чего он от нас действительно хотел. Но вот так посмотрите, какие мы скоростные, просто ад. Некромант. Добро пожаловать. Так, сейчас нам нужно нафармить немного зелий, потому что мы 3 продали. Ну, хотя на здоровье-то всего 306, и для того, чтобы полностью исцелиться, нам хватит 3, а у нас 4. Все равно, зелий мало не бывает. Точнее, много не бывает. А мало как раз-таки очень бывает. Почти всегда. Вот видите, очередное доказательство, подтверждение тому, что они спамятся порой в неограниченных количествах. Это круто. Круто для прокачки. Опасно для первых уровней. Вот этот череп для некроманта. Я видел, по-моему, всего 2 или 3 разновидности черепов. Не очень много. Ну, кроме дефолтных, разумеется. Дефолтных я не видел. Потому что когда бы я мог их видеть, если некромант открывается не так уж и скоро. На самом деле, сложнее всего, как утверждает статистика, открыть не волшебника, в смысле не сорков, а мистика. Мистика, говорят, открыть сложнее всего. Ну, просто потому что они открываются нелинейно, в смысле... Откройте сорка, после того, как откройте визарда. Откройте визарда, после того, как откройте на кого-то еще. Нет. А после Воллера идет там по следующей схеме. Сочетание каждых двух классов до 20 уровня открывает новый класс. То есть то, что труднее открыть мистика, означает всего лишь то, что за тот класс, которому он требует, почти невозможно дойти до 20 уровня. Черт, блядь, действительно так. Ну чё, давай, дохни. Кстати, меня очень поинтересовали эти очки в меню гильдии, если помните. В гилдборде. Что они дают и как их получить, и как их использовать. Тоже интересно. Мусорок. Тут 3 роги. Петров Лова, кстати, то же самое. На первом, опять-таки, уровне. А, яйцо чертово. Помогите уже, скользкие твари.
Насколько я понял, все эти яйца дракона, они ничего не стоят, по сути. Не стоят всех этих сотен золотых, потому что они действуют очень короткое время. И все равно, насколько я понял, даже самый крутой пет, которого вы покупаете за бешеные реальные деньги, все равно умирает со смертью вашего персонажа. То есть, не прошарившись в игре конкретно, так чтобы не умирать, покупать всю эту фигню не стоит. Ага, хрен. 22А. My forest of 13 and ancients is all the protection I need. Целый гребаный лес, 13 энтов. Ну, посмотрите. Ну, это, конечно, древние энты и вся фигня, но это все равно очень мало. Чувак, что за фигню ты стреляешь? Что это за паутина гребаная? Все, валим. 7 нам уже хватит. At last! A grand sphinx will teach you to respect. Я думаю, что это гигантский сфинкс, это чувак, появившийся уже в центре. Ага, вот еще какая-то гигантская пчела. И, вернее сказать, шершень. Я думаю, что с шершнями у нас особо проблем не будет, все-таки лето. У всех уже инсектофобия немного притупилась. Как это бывает в начале июня, когда вы, допустим, привыкли к тому, что вы... О, боже мой, спать в кроватку, черпывали после долгого рабочего дня, а тут летом приходите домой и видите у себя в кровати гребаного жука. Вот это да, вот это паника. Ну вот только посмотрите, какое замечательное кольцо. Идиотский меч. Пойдемте посмотрим. Сколько у нас славы. 5 единиц славы на 9 уровне. Находили мы максимум до 11. Понятно. Куэка тоже видел. Блин, знакомые все лица вообще. Так, вы, ребята, я лечу к вам. Как так, у меня уже 9 уровень? Я что, пропустил всех драконов? Ребята, вы что, издеваетесь? Вот видите, это королева Роя, совершенно невозможно ничего сделать из-за того, что у нее огромное количество этих чертов миньонов, прислужников и прочих хрени, которые метают всякой синей и желтой непонятной фигней. Мне непонятна цветовая дифференциация пчел, если они все равно делают все одно и то же. И кроме того, эта матка их всех порождает. Зашибись. Превосходно. Какой-то идиотский совершенно лук. А, ну, Fire. Нормально. На самом деле Арчер мне жутко нравится. Потому что он стреляет очень далеко и стреляет сквозь противников. Ну то есть как собственно мой билд Сократ, если вы помните. Вот точно так же сделает здесь этот чувак Арчер. А кроме того, крутые луки дают еще возможность стрелять двумя выстрелами одновременно, тремя выстрелами и прочая фигня. Короче, адовая хрень. То, что нужно всегда. Ну ё-моё. Вы задолбали. Ой, боже мой, дракон. Все в машину. Ты помирать собираешься, не? Или я тут собираюсь помирать. Давай поделимся, чувак. Кто-то один, да? Давай. Или вот этот чувак, священник. Священник, вылечи меня, что ли? Ты чувак или нет вообще? Лечи меня. Ладно, будем надеяться, что на всего 50 единиц опыта. Этого нам хватит буквально на все. Ну, в смысле, буквально любой чувак может нам дать столько опыта. Вот, уже 25, осталось всего 14 единиц опыта. Ну, уже команда теперь летит-то. Гребаная мумия. Что за фигню ты кидаешь вообще? Что это такое? Что за чертовы бумеранги? Прошу прощения, если меня плохо слышно, просто реально игра громко. Игра поставлена громко. Я поставлен тихо и прочая фигня. Я тут ничего сделать не могу. Ну и ты уже, помню, у меня 10 уровень, чувак, я все знаю о тебе. Я убил уже 1000 таких, как ты. Ну, может, не 1000, но... Я думаю, что убил около 100 этих тварей. Рептилоидов. Офигли, подумайте. Все-таки у нас бесконечное число миров...
Если Оникс существует в каждом из них. Почему бы не убивать драконов, серьезно? Вообще никакого лута, зашибись. Да умри ты, дитё неразумное. Куда бежишь? На бойню? Помри. Здесь чё? Есть чё? Не, ничего. Итак, Untentioned. Untentioned. Untentioned Хор. Пропал задание. Появилось задание, зашибись. Опять пропало задание, ё-моё. Жутко опасные твари эти... Эти энты, на самом деле, опасные. Ладно, примкнем к компании. Вот, видимо, они только что грохнули очередного энта. Ну, потому что, насколько я понимаю, когда Оликс говорит, типа, у меня еще 13 центов, то как раз таки эти энты... Хотя нет, навряд ли. Как тогда качаться тем, кто уже на 10 уровне пришел в этот мир? Непонятно. Все непонятно. И все не очевидно. Потому что Феникс Лорда мы встретили в самом начале мира, если вы помните, да? Играя за прошлого персонажа. За воина. И это Феникс Лорд нам давал по щам. Ну и что? Да ну вас нафиг. Белый демон? 19. Блин, я бы был вообще в ужасе. Если бы у меня не было персонажа 20 уровня, а я бы умер на 19. Это было бы просто, я не знаю, паника. Блин, что я не подлечился-то? Я же был в гребаном Нексусе. Я, собственно, зачем туда ходил? Вот за этим фонтанчиками. Вот фаерспрей. Это дефолтно. Так, смотрим, кто нам ближе по уровню. 7, 8, 9, 20, 13, 20. Сюда, наверное, все-таки 7, 8. Ты кто такой? Гребаные яйца. Яйца судьбы, яйца... Да пошел ты. Взял кольцо, хоть за три. Да, здесь живет огромная чертова красная ящерица. Но мы ее не успели увидеть, ее уже убили. Ну и черт с ней. Ух ты. Какой-то... Джемар... А почему я знаю, чем ты вообще... Че ты вообще несешь? Так, вон отсюда. Где эти гребаные энты, ну? Реально, скажите мне. Где чертовы энты? Что здесь происходит? Кого вы тут убиваете? Кого? Кого? Скажите. Имя. Назовите мне гребаное имя. Здесь говоря, кристалл появился. Я не знаю, что такое этот кристалл, но все за ним почему-то носятся. Не знаю почему. Типа он дает какие-то офигенно крутые плюшки. Или что-то в этом роде. Ребят, что вы здесь делаете? Не, вы серьезно, просто тупите здесь. Все. Без всяких приколов. Ассасин, кстати, прикольно. Меня что, узнали? Вот было бы забавно. О, боже мой, сумобог! Умри! Мне нравится, что с него дофига лута всегда. Дофига бутылок. Так, теперь пойдем убивать лича. Конечно, 10 уровень это будет... да. Очень безрассудно. Так, так, так. Порезали, порезали. Да блин, что это за поляна такая? Довольно-таки печальная вещь. Какого хрена бандиты вообще делают в гребаной пустоши? Они должны прятаться в лесах. Разве это не очевидно, черт побери? Однако. Где-то личеморда? Где-то чуть дальше. Почему никто не охотится на чертова лича? Что вы здесь забыли, ребят? Почему я ношу так непотребно мало урона? Мне нужен нормальный кинжал, реально. Мне, конечно, офигенное кольцо, и у меня с плюс 40 скорости, но... Это недостаточно. Если у тебя лаги, то никакая скорость не спасет. Спасет только живучесть, черт побери. Именно из-за этого я играю гребаным воином.
А могу играть чертовым священником. Чертова священника. Довольно патетично. Патетично. Ура! 11 уровень. Плюс к скорости. Так, вот, энд, энд. Это зона энд, это энд зона где. Ну, давай, 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 давай. Покажись уже и изыди. Я хочу показать тебя народу. Эти энты реально крутые чуваки. Потому что я не хочу сейчас колицу на... Колицу на обед. Не хочу сейчас колицу на... В его замок, чертов. У него еще 4 личи, все 4 личи, значит, живы. Хорошо. Что это за яйца? Что это за гребаные яйца? Какого черта они здесь делают? Вот эти людоеды, блин, что это вообще за зона? Я никогда ее не понимал. Тут какие-то адовые бандиты, адовые людоеды. Я никогда с ними не боролся, я просто пробегал мимо них, думаю, ё-моё. Вот вы посмотрите только, они просто будут адски вас жрать. Потому что они гребаные людоеды. Они снимают охренеть как много здоровья и... А мы снимаем охренеть как мало, валим отсюда. Куплю кинжал, может быть. Все может быть, так сказал товарищ Будда. Ну что, ребят? Что это такое? Посох, фигня, посох. Стафа, стафа. Однако, однако. Так, будем искать. Intentioned. Intentioned alert. Где эта песня морда? Да ё-моё, ну сколько можно-то, а? Печально, что каждый раз, когда вы бегаете в Nexus, вы теряете всю вашу карту. То есть... Вам придется ориентироваться на людей. Если вы убивали какого-то босса в одиночку, то сбегать от него в Nexus — это плохая идея. Потому что больше вы к нему не вернетесь. Пока его не найдет кто-то другой. Black Medusa, арп. Гребаные людоеды, валите отсюда. Ну реально, где чертов хэнд? I'm invincible while my two leech still stand. В этом мире у него всего 2 лича. Неплохо. А, вон это чертов энд, только посмотрите. Какой путь я проделал, какой путь еще остался. Ладно, будем пытаться уклоняться от всех выстрелов, офигенное развлечение просто. Небесный, блин, какой небесный. Мертвый дворф. Какой-то голем. Вы откуда? Вы кто? Тролли-пулеметчики, вы кто вообще? Какого? Где я? Что это за фигня? Что происходит здесь? Что ты такое? Знаете, у меня такое ощущение, как будто я вдруг взял и свалился на самый нижний уровень в Binding of Isaac. Я просто не понимаю, тут такие враги, ё-моё, такие враги. Вот. Нафиг! Это было что-то адовое. Мне это вообще не понравилось. Не пора, вообще фигня какая-то. Все, хватит, хватит с меня. Хватит. Хватит, все. Обратно в GNG. Джинджер. Так, Warrior, Лайон. Опять ты, Лайон, ты еще жив. Так, довольно далеко нам бежать. Но это будет проще, чем если бы мы телепортировались к этому Драгстеру. Ой, в смысле, к Драгласу. Потому что тогда нас, скорее всего, полишают всякие там зомби. Зомби-боги. Это бокс... Боже мой, не-не-не-не. Да сколько? Хватит. Ребята, хватит. Я сказал вам не появляться здесь. Почему вы по-прежнему здесь появляетесь? Я валю отсюда. Почему я... Вы только посмотрите, у меня осталось 12 единиц здоровья. Как? Как мне там вообще справиться? Раньше же не было там никаких этих тварей. Что мне нужно делать? Мне нужно качаться? Ладно, я буду качаться, вы меня сдолбали. Афонер, уходи. Мне просто в скайпе это, Афонер дочь Архалеона.
Кто такой Архалеон и кто такая Фаниорм? Я в душе не знаю. Нет, серьезно, ребят. Куда идти, куда податься? Гигантских крабов фигачить? Это, конечно, вариант. Но мне нужно довольно много их уфигачить, чтобы получить уровень. Сорка. Странно у него оружие, у этого сорки. Но все-таки. Вот только посмотрите, какая дальность. Похвальная дальность. Так, ладно, я буду просто убивать гребаных всех. Да, супер мод, конечно. Супер смерть. Что, кстати, за фигня? Минотавр? Не. Почему-то здесь медведь ценится выше Минотавра. Интересная, однако, квалификация. Ну ты помрешь, не, чувак. Сергий, извини, чувак, ты мне тоже не нужен. Я даже забыл, кто такой Сергий. Вот, пустынный демон. Ужас какой. И все эти демоны ждут нас в центре. То есть вот эта локация типа начальная. И тут где-то в двух шагах прячутся гребаные людоеды. Серьезно, кто так делает? Такой даже у Сарватора не было. Он в жизни не придумал подобных хрень. Петров, на что ты надеешься, чувак? Ты уже четвертый или пятый раз нам помираешь. 10 циклопах, циклопьих богов, циклопячих, короче, вот этих гребаных кутузовых с баллистами, в смысле, с катапультами. Ну, вот, мы почти дошли, если, конечно, нас не полишают здесь какие-то гребаные леопарды и вот эти няшные котики, я не знаю, как их называть. Да сколько ж можно-то? Выйди из сумрака, дай мне нормальный кинжал, пожалуйста. Я тебя очень долго буду убивать так. Очень долго. Очень долго. Да блин, я сдолбался прыгать сюда, честное слово. Это был последний раз, когда я сюда прыгнул. Что это такое? Your name is Hieronymus. Как так? То есть, типа, имя можно сменить только один раз? Ужас какой. Ужас какой. А теперь я понял, где я видел Лорза и прочую фигню. Меня же самого звали Лорз. Забавно. Забавно. Один раз сменил, и больше не сменишь. Все, иду к циклопам. Я больше не буду телепортироваться в Нексус. Может быть, у вас есть что-нибудь подходящее? Нет? Здесь полный одежник творится. Ура! Зачем вы убиваете яйцо? У вас же будет педикулез. Где этот чертов энд? И куда? И почему? И что вы делаете? Что? Что это? Боже мой, это было безумно. Нет, чертов людоед. Опять вы. Ладно, теперь я не убегу от вас. Позвольте. Теперь у меня есть команда. И она поможет мне с вами там справиться, или я не знаю, или. По крайней мере, мою смерть засвидетельствует. А вашего нет, черт побери. Потому что вы умрете, черт побери, все. А мы, надеюсь, не все. Хотя я не знаю этих людей, может быть, и все. Серьезно. В душе не знаю. Просто используй бутылки, черт побери. Зачем куда-то валить, если можно использовать гребаные бутылки? Нет, реально, это просто адово. Где все? Где чертовы все? Я иду туда. Что? Лол?
Ну не давай же мне гребаные кубы. Что вы... Ага. Зачем мне убивать чертовы кубы? Что мне это даст? Это мне почти не дает опыта. Ты кто такой, чувак? Что забыл-то здесь? Мне что, просто набивать опыт? Я не знаю. Я не знаю, как справиться с этими чертовыми людоедами. О, зато я знаю, как справиться с тобой, пес. А, кидай свои гребаные молотки, мне пофигу. Хоть что это? Василиск. О боже, это... Дождь и стрел прям-таки. Я не убил ни одного энта. Ни одного энта за целый черт-побили час. Между прочим, я их убил больше, чем любых других полубоссов. Это мой шанс, это мой шанс, это мой шанс, это мой шанс. Молодец, я рад за тебя. А теперь я ищу своего энта. Каждый ищет своего энта, но не каждого черт-побили находит. Я получил опыт, я надеюсь, я получил опыт не за энта. Я не мог получить опыт за энта, которого я не убивал. Вот и ты, чувак. Да, все так и начинается. Все так и начинается, причем для всех. Я немного задержусь, и я сдохну. Потому что нельзя задерживаться в битве с энтом. Даже если вы невидимы, он все равно может вас убить. Потому что ему плевать где вы, он просто фигачит. И от его выстрелов нужно уклоняться. Главное в битве с энтом, как ни странно, не бить энта, а уклоняться от его выстрелов. Это гораздо важнее. Намного, намного чем-то важнее. Ну так мы его будем очень долго убивать. И мы, скорее всего, даже не убьем его. Это один из тех боссов, которые становятся сильнее, когда вы их бьете. И вот он уже достиг своего апогея. Но мы-то нет. Вот посмотрите, какая здесь просто шобла собралась. Это невероятно. Просто что-то невероятное. Как вас убить, ребята? Unreal, Unreal. Боже мой, что? Кто убил его? Ты сущенок. Я должен был это сделать. Я! Ты слышал? Ненависть. Да, это было опасно. Просто адски опасно. Я телепортировался, потому что я не успел бы сделать ничего другого. Ладно, нам обратно к циклопам. А, циклопов улы. Циклопов улы. Можем, конечно, подождать, пока кто-нибудь не умрет. Ну, овца. А вон, блядь, овца. Что это? Ну и что? И все сразу здесь. Ну, что происходит-то? Иди за свято. Свят, черт побери, нужна пятая пересдача. Кто может не сдать физику с четвертого раза? Блядь, что это за квест такой странный? Это... Вау! Эпик! Мы убиваем, я думаю, последнего энта на планете. Мы убиваем последнего энта в чертовой реальности. И получаем мы вот этой черповой пластинчатой на грудь, который нам нафиг не нужен. Мы отдадим его воина, чуваки. Будьте уверены, мы его просто так не потеряем. Наконец-то, хоть какое-то улучшение. И еще одно улучшение. Хой. Ома на хоя. Мы продолжаем улучшать наше оружие. Да, ветреный пес. Ну, в смысле, ветреный ворон. Наше время пришло. Little mortals! You years are my minutes with each attack.
I only grow stronger. Главное не попадаться под его вот эти охренительно большие палки, потому что они наносят как нетрудно кажется охренительно большой урон. Почему я не получил никакого? Вау. Король призраков? Звучит внушительно. Но все, что я о нем знаю, это то, что он убил целую гребаную кучу народа. Это все, что я о нем знаю. И это все, что я хочу о нем знать, на самом деле. Я не хочу на себе испытывать, как он их убивал. Мне хватает того, что он убил кучу знакомых моих людей. И кучу людей моих знакомых. Двигаемся, 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 двигаемся. Не останавливаемся на месте. Нифига у тебя стрела. Реально, кто использует такие стрелы, чувак? Аж дважды больше тебя. Черт, вы эти синие дворфы. Как будто специально создано, чтобы убивать нерадивых всяких рогов. Ну реально, как... Куда идти, куда спасаться? В смысле, куда податься? Кроме чертового Нексуса. Освободился циклопа, нет? Нет. They the beach at first. Harder monster. Monsters live inland. England. Что здесь происходит? Вы убиваете крабов? Вы серьезно? Вы всей толпой убиваете крабов? Я чего-то не понимаю. Нет, серьезно, я должен что-то понимать или нет? Или я должен тупость там сидеть, молчать, я не знаю. Ну просто, это Ghost King, он в самом-самом центре. Я к нему побегу, меня убьют моментально. Просто вот сразу, черт побери. А вот мы, кстати говоря, и в центре. И у этой шняги офигенный лук. Просто гигант. Ух ты, что это значит? Нифига себе, такой брони никогда не видел. Она офигенная. Что это? Кто это? Был Дехалдер? Я правда? Вы кто такие? Меня всегда пугают эти твари в центре. Они реально очень непредсказуемые, стреляют дофига всякой фигни, и от них... Хотя нет, не так уж трудно уклониться. Что это было? Ладно, не будем обращать особого внимания. Лучше будем отбегать как можно дальше. Потому что это, судя по всему, был демон. И тут, конечно, моя скорость мне жутко пригодилась. Да. We are impervious to null mystic attacks. Спасибо, что сообщили мне свою слабость. К сожалению, я не могу ее использовать в полной мере, потому что, черт побери, не мистик. Кстати, циклоп был свободен. Убью-ка скорпионов. А, кстати, что это я палец? Мне же нужно всю эту фигню слить. Да-да, вы правильно слышали. Потому что у меня какие-то офигенные предметы сегодня. Просто посмотрите. Я никогда такого не было, серьезно. Ну, правда, кинжал можно было бы и получше. На данном уровне можно было бы и получше, а можно было и не получше, я не знаю. Вот, мы идем к циклопам. Циклопы должны быть полны-полны. Так, кого убивать-то? Ghost King'а. О, Ферлон. Привет, друг любезный. Зелень... Что? Я что-то хотел сказать, но не понял, что. Извините. Мы идем в центр. К черту в центр. Мы будем бродить ходить по центру. Все. Я сделал свой выбор. О, боже, нет, нет. Только не слепота. Я жутко боюсь слепоты и каких-то непонятных снарядов, летящих в меня. Это меня очень пугало всегда. Я чертов рок-конструкт. А понимаешь, если бы ты был рок-конструктом, то бы играл Led Zeppelin или что-то типа того. Ну, какой черт побери рок, ты... Я тебя ненавижу. Это что за... Что за... Сиреневое ухо? Какого черта? Какого черта здесь чертова матка? Это меня Бихалдар что ли зафигачил-то? Ну вроде как это слепота, это его прерогатива. Хотя я не знаю, если честно. I've closed this realm
Ну и я это все уже говорил. Боже мой. Да, это все-таки Бехалдар с своими розовыми сюрикенами отключает зрение. А этот чувак стал быть убирать всю ману. Печалюшка. Потому что зелье маны я с собой не ношу. Вот ты опасная сволочь. Я бы не рискнул сражаться сразу с несколькими из вас. Вот я словил. Печально словил абсолютно. Нужно уметь уклоняться. Вроде получается. Блин. Нельзя останавливаться на месте, даже чтобы поднять чертов пот. Это слишком опасно, слишком опасно. Нифига себе. Нифига себе. Инвокер. Хотя у меня была вроде круче. А может и нет. Не уверен. Но лут здесь, конечно же, адовый. Жиадовый. Это что такое? Sprite World? А мне действительно сюда нужно. Я не хочу убивать никаких лимонов, чуваки. Мне абсолютно наплевать на ваши чертовые лимоны. Я ухожу. Я оставлю чертову мантию в чертовом сундуке и потом... И потом буду немного более осмотрителен. Вот и все. Ребята. Что за кольцо? Виталити, атака. Нормально. Хотя по правде сказать, лучше бы я оставил там Виталити. А, да, циклоп. Блин, я дурак, циклоп же закрыли. Ну серьезно. Ладно, попробуем сделать это здесь и не умереть. Вроде немного получается. Что значит этот ноль, я не понимаю. Типа в сухую, что ли, или что? Я не знаю. Что это значит? Что это такое? Ладно, объясните мне, кто знает, как разбираться в этой игре. Что значит гребаный ноль? Давай, консумер. 16 единиц урона. О боже. Ты кто такой? Что это за пузырь? Ты что, аэростат? О боже, нет, 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 нет. Не подходи близко. Точнее, не подпускай меня близко, пожалуйста. А, как это отвратительно. Я могу уйти отсюда, пожалуйста. Акцепт. Что ты предлагаешь? А, не, ничего. Боже мой. А что это значит? Не, ну серьезно. Вот такой обсидиановый у меня был, но я, если честно, не особо вижу его прикола. Хотя нет, вижу, он намного-намного быстрее. Как видите, просто дичайше. Грейвуд? Не, Грейвуд не то. А, медуза. Очень много народу умирает от медузы. Стало быть, опасная скотина. Она, видимо, превращает в камень, и ты не можешь двигаться, но... Это, пожалуй, худшее, что может с вами случиться в этой игре, потому что в этой игре нужно двигаться, черт побери. Это эпилептическая игра. Покруче всяких там Geometry Wars. Как вы получаете столько уровней, чуваки? Окей, понял. Понял. Не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. А, вот и лава, собственно. Все понятно. В лаву заходить нельзя. Лава убивает. Ну, я так думаю. Я вот не уверен. О, боже мой, лава, вы монстры. Ох. Нет! Как я могу в этом ориентироваться, чувак? Ну, как? Я же, черт побери, слеп. Ганджа, ганджа. Вот я заберу себе. Мифрил. Мифрил, это хорошо.
Самое время свалить отсюда. Один лич у него остался. Да плевать мне всем на твоего лича. Вот так я и получил мифриловую броню. В тот раз. Silver Dagger. Не знаю, фиг с ним. Выбросим его народу. Вот здесь вот. Иди сюда. Ага, хитрец. Ну а на кой черт, почему бы и нет? Так, ну кажется, я понял тактику или стратегию, что-нибудь еще в этом роде. Прокачки. То есть уровни после 12-13 нужно на полном серьезе идти сюда. Центр. И просто качаться здесь. Намного быстрее, намного круче. О боже мой, ладно. Это их дело, если не подбирают чертовы боты. Я их понимаю. Ха. Вот это реально опасная шняга. Что это такое? У меня здоровье, всего 200 штук осталось. А что такое? Адовая шняга, посмотрите. Ассасин. Ладно, неплохо. Что теперь делать, ребят? А, вот так, левелап. Меня бы еще чего-нибудь убили, и все. Все, окей, 16. Просто телепорты и валим, валим, валим. Не умирай, когда можешь не умирать. И так далее. Так. Нам нужен воин. Чувак, есть здесь воины? Вообще нет. Тут не осталось ни одного воина, но... Так, так, стой, стой. За локоть. За локоть и за ноготь. Ну, давай. Я сделку запросил, то что... Ты же человек. Ну, как хочешь. Так, что у меня еще есть для ассасинов? Ассасины... Я не вижу ни одного чертова ассасина. Ты кто такой? Хедшот, ты кто? Да, давай. Так, ща посмотрим. Вот это за вот это. Я бы согласился, чувак. Фига себе. В смысле? Я не понял. Я... Что? Что? Что это было? Как это объяснить? Ладно. Так, ладно. Нам нужен кто-то высокого уровня. Трейд. Так, что у тебя? Не, ничего. Так, вот, вот ты, стой, 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 трейд. А мне у тебя нужно, ну что, 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 что? А ничего мне у тебя не нужно. Прости, чувак. Ты, стой, 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 трейд. Так. А-а-а! К дьяволу! О, боже мой. Ну сколько можно, ребят? Ну серьезно. У меня тут есть мифрил, у меня тут есть вот реально все. Я крут, потому что. Ну я хочу что-нибудь для себя.
а не просто так раздавать народу. Я, конечно, добрый и сырки раздать могу, но сырки и... стоять. Как насчет немного традиции, трейд? А, он уже. Как насчет? Так, что у тебя нужно? Не знаю. Да забирай. Фиг ты там. Что? Отменил. И зря. Дурак. Так, медуза. Если что, нужно... Вау. Это, видимо, двадцатник здесь слился. Если что, нужно быть готовым отсюда свалить в любой момент. Я думаю, что этот момент настанет буквально через несколько секунд. Не, ну реально, где народ-то? Окей, я все понял. Я все решительно понял. Так, ты. Трейд. Такс. Альфа Нуар. Так, ты, трейд. Ха-ха-ха. Лол. Так. Ты. Трейд. Ту. Ты. Трейд. Я тебе хочу дать. Забирай, фиг ли ты там. Мне не жалко, честное слово. Не жалко абсолютно. Так, сколько здесь? Циклоп опять. Ладно, ждем. Ждем, пока циклоп кто-нибудь выйдет, и зайдем туда. А после этого идем всех убивать. Ибо убийство это. Кстати говоря, бог циклопов. Интересно. Очень даже интересно. Ладно, начал разберемся с этими чертовыми горными троллями. Если помните, они всегда доставляли нам проблемы и неприятности, даже в чертовом Скайриме. Check Labs, God. Реально, как его убить? И кем его убить? Механ. Ты кто такой? А, не очень понял, что ты имеешь в виду. Ладно. Тогда я пойду чуть южнее, вот и все дела. Эй, мистер Манго, я хочу быть рядом с тобой. Я хочу быть... Боже мой, да ты оттасен. Хотя, в общем-то, что-то подобное мы уже видели. Согласитесь. Все циклопы черпали одинаковые. Но некоторые, конечно, особо опасны. А мне не зачли квест, типа, да? Вот так вот, да? Вот такие вот вы, да? Мне вообще ничего не зачли. Скоты. Песи, морды. На кой черт они мне так остались, если меня даже квесты не засчитывают? Так. Вы кто такие? Что ты с ними делаешь, Манго? Что ты с ними делаешь? Так, посмотрите на это. Это же божественно, ё-моё. Ой, ё. Страшно как-то все. Как-то это все неуютно, знаете. Да, пожалуй, идите нафиг. Секунду, можно поставить. А потом свалить опять на циклопов. Итак, где народ-то? Народ-то где спрятался? Вот здесь весь народ. Окей. Присоединимся к народу. Потому что бить циклопов я хочу только в стае. В одиночку, или почти в одиночку, мне этого спасибо хватило. Oh,
что это значит, черт побери? Что это за лучи? Почему они разноцветные? Кто-нибудь объясните мне. Не-не-не-не-не. Вот это адовая просто тема, но я не знаю, как с ними жить. И зачем с ними жить? Кого вы тут бьете? Кого тут били? О боже, тут несколько бихолдеров. Долбануться. Опыта, продайте опыта. Ну, серьезно. Я здесь только ради этого. Ну еще хочу открыть новые классы. С помощью Роги я смогу открыть самые новые классы, типа Хантерса или Трикстера, который мне очень нравится. Ура, 17 уровень. Правда, на этот раз мне нужен уже не ранг, в смысле не получить 20 единиц славы, а просто дойти именно до 20 уровня. Неважно, сколько у нас будет славы на тот момент. Фу, дурак. Ох уж это кукс. Кстати говоря, жизни у нас немало, немало вообще. Лол. Не-не-не-не-не. Спасибо, обойдусь. Кто же даст что-то для рыцаря? Мифриловая броня. Да ё-моё. Бронь. Бронь и убивай. Надо тебе такое, а? Хочешь такое? Всем дам. Я ж как Жириновский почти. Ты кто такой? Ты джин, что ли, ём? Оп. О, кошмар какой. Так. А как говорить в Черт его знает. Абсолютно не представляю себе, как говорить в гилде. Да меня это и не палит. Так. Ты кто такой? Короче, мы направимся в самое месиво. Ибо месиво это весело. Ух ты, ё-моё! Демоническая бездна! И небось, там только один чувак может пройти. Типа как Рейд, но соло. Надо же, ха! Я это пережил. Я думал, не переживу. Как говорить в гилд-чате, кто-нибудь... Кто-нибудь скажите мне, кто, как говорить в гилд-чате. Это было опасно. Подождем. Нам торопиться некуда. Да, а теперь войдем. Постоянно кто-то умирает, это неудивительно. Смерть — это естественный процесс. О боже мой! Особенно в таком аду. Как ни странно, я сейчас подумал, но... Люди, летсплейщики, понимают под словом ад, как правило, то место, где больше всего умираешь. Но ведь ад не подразумевает смерти как таковой. В аду никто не умирает. Ад — это пытка, это не смерть. Навряд ли в какой-нибудь игре есть такое место, где тебя пытают, но не убивают. Странно. Боже мой! Этот чувак предлагает научить меня страдать. Это что-то типа Hellraiser. Вы смотрели Hellraiser? Я нет. Боже, боже, нет! Чертов красный демон. Я боюсь тебя, чувак. Я не знаю, в кого я стреляю, походу, в эту синюю фигню. Какой-то бесенок. Слушайте, ну это уже ни в какие ворота.
Я даже вот так напишу. Мифрел. Не, даже... Вот так вот. Ибо я хитрый. Мифрил мне это нафиг не нужен. Аут. Аут. Пригодится. Что что здесь происходит? Я не понимаю, чьи выстрелы наши, чьи не наши. Ай-яй. Не, это уже чересчур. Правда, у меня 19 уровень, это, конечно, круто. Но прикол в том, что я могу сдохнуть. Реально скоро. Да, я не хочу терять персонажа на 19 уровне, как я уже говорил, может быть. Так что я попытаюсь выжить. Мне здесь нравится в циклопе, я не собираюсь отсюда уходить. Так. Опять красный демон. Бундесвер. Так, ну. Хрен вам. Я больше не попадусь на под ваши там лучи смерти и прочую фигню. Ну хотя. Ну попадусь иногда из вежливости. Не более того. Валиться. Я хочу выжить и стать легендой. И я дойду до этого. Дойду. Дойду. Осталось всего две сотни. Осталось сотня. 99 единиц опыта, ребят. Один враг. Один враг. Ну, хорошо. Один мощный враг. Один босс. Дальше будет все по хардкору, да? Дальше будет все по фейму. Все по фейму, да? Давайте посмотрим, как это все будет. Потому что, как вы понимаете, я никогда не доходил до этого уровня. Мне жутко интересно, что же теперь нас ожидает. Нет, ну здесь уклоняться это что-то уже совсем не то. Мне это вообще не радует. Не, по-моему, фигня. Нет, так не работает. Так, к сожалению, нельзя сказать. Ну чё, где народ-то? Двадцатый уровень, ребят, но это стоит отметить. Скажем то же самое, просто чтобы убрать эту чертову строчку. Я боюсь умереть сейчас. Хотя, я просто хочу убить Оликса, прежде чем погибну сам. Итак, сейчас наш приоритет стоит на том, чтобы убить всю Оликсовую шелупонь. Желательно выжить при этом. Потому что 25 ниц славы, это, конечно, круто, но не то. For your ring, your ring. Очень брутальный чувак. Я да, я согласен. На, зачем? Хотя, это, я полагаю, что ты бы не отдал все равно все боты, которые у тебя были. Вот это, пожалуй, даже круче. Офигенное кольцо. Я что, убил бога? Я убил бога. Я убил Богарт. Но, блин... На самом деле, Intention гораздо опаснее. О боже, ну... Как можно выжить в такой мясорубке? Как я выживаю? 26, я получил еще одну You are a pirate. Do what you want, cause the pirate is free. Так. Не,
это было опасно. Так, хорошо. Хорошо. А почему 150? А, до следующего квеста. Понятно. Но это очень много. 150. Кто-то живет до 150. Это нереально. Зато у меня теперь еще одна звезда. У меня, ребята, две звезды. Как в ней... А, я не знаю, как появится там дальше. Ну, короче, я крут. Я крут, чуваки. Я крут. Lord of the Lost Lands. Пустоши, что ли? Повелитель пустошей. Да ё-моё, кто меня преследует так? От дома. Ой-ой. Вы как хотите, а я валю. Да как же это? Что? Боже мой. Кого убивать-то вообще? Я уклоняюсь от выстрелов, но я ни в кого не стреляю. Вот это уже лучше. Прист вообще рулит. Ты кто такой? Как хотите. Рулите как хотите, честное слово. Я обойдусь и без этого. Я просто гатлинг. С сырком. Окей. Your major abilities cannot possibly challenge a cube god. Я даже знаю, кто такой этот cube god. Это чертов кукс. Бог кубов. О боже. Нет, 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 нет. Вы кто такие, ребят? Я вас вообще и не знаю. Ты еще кого-то спавнишь там. Коси морда. Ничего, ничего. Это же ад! Как здесь, черт побери, выжить? А, да. Я опять повторяюсь. Повторяюсь в своих чертовых заблуждениях. Undead Lair. Ладно. Ох, попробуем выжить здесь, а если не получится... Какой? Ghost God. Ладно, попробуем перебивать хоть кого-нибудь. А, тут есть народ. Отлично, тут есть народ. Хорошо. Это замечательно. Тогда я помогу вам. И мы будем умирать вместе. Ну, а может быть, не умрем вообще. Ибо всякое случается. Из ивентов, как нетрудно догадаться, дорога прямо в ад. Ну, в смысле, отсюда же нельзя валить. Посох темной магии. Гребаные наркоманты. Так. Что еще у вас есть для меня? А? А, здесь ничего. А чертов бог там? Фу. Как все хитро поступили, посмотрите. Ладно. Чтобы... не зафейлить весь пробег, нужно действительно уклоняться от выстрелов. Такое черт уклонение, вы посмотрите на это. Да блин, это выглядит так, как будто я специально подрываюсь. Ой-ё. Кто-то умер, кто-то умер, это плохо. А, это же бог. Ну ладно, умри же, бог. Ура! We did it, did it, did it. Далекие края, края. Так, валим отсюда. Я убил бога, черт побери. Все, мне все можно теперь. Правда, получил за это всего одну единицу опыта. Ой, в смысле славы. Но сойдет. Фух. Жалко, что мана не восстанавливается. Эти стаканчики, в смысле фонтанчики. Только здоровье. Только исключительно здоровье.
блин. Ну реально, боты, боты не помешают. Тут есть что-нибудь типа с группового сундука или что-то типа того? Я думаю, что должно быть. Но я не знаю. Ладно. Надеюсь, что так пишется Михаил. Давай посмотрим, как. А, Митх. Что-то вообще. Понятно, что почему мне никто ничего не сказал. Лучше бы я пофармил, черт побери. Фармить как-то спокойнее. У него даже нет своего имени. Оу, вау, 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 вау. Без паники. Это что за джин вообще? Что за покемон такой? Еще одно такое же логовище. Ладно, 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 я понял. Я понял, посыл понят. Да хп, хп же, ну чё вы, народ? Блин, здесь полно народу, это хорошо. Есть роба? Нет, но есть Мифрил, черт побери. Из чата мы знаем, что чувак не умеет торговать. Стало быть, о нем нужно забыть. Какого он уровня? 6 уровня. Лол. Да походу никто ничего не умеет. Ну, в смысле, народ реально идет тупо, чтобы чтобы получать уровень. Качаться. В этих андетах. Я лично так и делал. Я как раз таки качался в андете. Или в чем-то еще подобном. Мана, все мы знаем. Да вы задолбались, так... хотя, знаете что? Мы получаем славу за то, что эти чуваки получают уровни. Серьезно. Так что нам даже выгодно таскать с собой всякую мелочь. Так, ну где этот гребаный бог? На следующую комнату. Окей, меня это устраивает. Не стреляйте в меня, пожалуйста. Ура. Да ё-моё. Жизнь за поты. Жизнь за царя. Это было крутое кольцо. Жаль, что я его потерял. Фуф. Субдев. Видимо, кольцо. Или что-то типа спелла, я не знаю. Ох, 35, хорошо. Пентеракт. Что такое пентеракт? Попробуем узнать и не помереть при этом. Я только знаю, что он опять-таки завалил целую кучу народу. Это ты пентеракт? Это... А, вы все пентеракт. Понятно. Ну, пенты, если я правильно помню, это значит 5. Так что же ты, черт побери, имеешь в виду? А, его убили. Ну, жаль, чё. Так, кого мы теперь должны убить? Да никто не хочет убивать вашего гребаного... Как тут фармить, когда у тебя три бутылки из-под носа? О, Ферлон. Последний энд, которому всем нужно убить.
Ты что, встал-то здесь? Ты плохо придумал. Взял, подошел сзади, начал насиловать. Но это, чуваки, неправильно. Чтобы насиловать, нужно там разрешение спросить, я не знаю. Сколько там славы? Сколько там меня? У меня. Ну, мы заходим, нет цветков. Что-то неправильно творится в циклопах. Будем надеяться, что мы не сильно пострадаем от этого. А, да, все окей. Коннекция слетела, но потом полетела обратно. Лич. Гребаный лич. Мы должны помочь ему аннигилировать. Я с легкостью перебиваю его реген. Ну, во всяком случае, я так полагаю. По-моему, мы все-таки не перебиваем реген. Нет, не перебиваем. Так что давайте все-таки убьем сначала этих крестов. Да вот ты опасен вообще, чувак. Ты вообще адово опасен. Ты как на 400 хп сейчас снял, а? Ты как это сделал? А почему после каждого леда должен отправляться лечиться в Nexus? Серьезно. Кто так делает? А то у меня 55 единиц чертовой скорости. Я вообще адовый. Как гребаный флеш. Так, ну вот мы и здесь. Еще один лич. О, бог! Я слышу треск бога. Так, где же лич? Где же лич? Ты кто такой, так и не понял. Хотя я этого так и не узнаю. Я узнаю только, когда ты кого-нибудь убьешь. Это вообще реально опасно. Допики, допики, допики. О! Скорпионы, то, что нужно. Кубы! Ура! Расслабимся немного. Ну серьезно, офигенно напрягаться. Постреляем там по кубикам и все прочее фигня. А! Ну и я это уже говорил дважды. Доскос что-то рубит. Что-то несет. Что-то мне кажется, что вот эти вот ноль, там все такое, это значит, сколько у него потов осталось. Ориксио! Итальянская версия, видимо. Так, ну, валим. Хотя, знаете что? Блинище. Ну что же. Нам нужно убить их всех. Вдруг что-нибудь выберет, что-нибудь полезное. Потому что наш плащ уже меня не удовлетворяет. Подумаешь, плюс 3 к скорости. Наверняка есть и круче. Ну и что? Куда мы идем-то? Я знаю, что сюда, но черт побери. Что это? А, это королева гребаного улья. Это очень круто. Но зачем? Чертов центр, когда в нем мало народу, ну? Когда в нем мало народу, в нем много боссов. Как их убивать-то? Да ё-моё! Всего несколько попаданий, и все, можно валить отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой-то печальный. У нас, видите, бонус к славе только от этого чертового кольца. Блин, он же закрыл, циклопа. Где же мы теперь будем убивать Оликса? Ладно, мы будем здесь. Серьезно?
Мы сделаем все в медузе. Постараемся не вывалиться из нее и не умереть одновременно. Вот это сходство. Фонтан только на одного. Именно на меня. Ой. Так. Фух, что за кольцо-то? Окей. Здесь у нас что творится? Чья фишка рубится здесь? Вау, 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 вау. Это все одно. Мы наверняка получим дофига славы за это. О боже, 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 боже. Это, пожалуй, апогей вообще всей этой игры. Есть кто-нибудь? Немного, очень немного. Убивать лимоны я реально не хочу. Ну, какое мне дело до ваших лимонов, серьезно? Но все равно. Попробуем. Это ты есть, что ли? Типа ты есть бог? Или ты кто? I am your father. Ну ты кто? Или это бог? Опять. Я устал, честное слово, я устал быть на краю и всегда выбираться. Мне нужен нормальный хороший кинжал, нормальный хороший, там, нормальная крутая броня и там все прочая фигня. Это всем не нужно. Я бы сказал, что это нужно всем. Сорок два уже. Смысл открылся мне. Ладно, ладно, ладно. Дойдем до 50 и закончим. Серьезно. Фух, потому что это уж слишком. Тут же реально можно умереть в любой момент. Вы не думаете, что я это так просто говорю, что типа телепортируюсь, потому что мне лень тратить пота. Нет. Каждый раз, когда я телепортируюсь, это почти всегда означает, что если бы я не телепортировался, я бы, черт побери, умер. Независимо от того, использовал бы я свой чертов бутылки или нет. Где этот гребаный кристалл? IQ, man. Not IQ. А, вот ты кто. Понятно все с тобой. Кошмар, что происходит, просто. Спасибо, чувак. Я бы никогда не догадался. Да тоже. Лол. Ты опасен, чувак. Ай! Вас миллионы. Что это? Что это за твари? I'm everywhere, nowhere. Ты буддист, что ли? Я не знаю. Если ты буддист, то исчезни. Серьезно, потому что смерть — это естественный процесс. Мы живем, потому что мы умираем. Если кто не знает, именно смерть является причиной жизни и все в этом роде. Что это значит? Я опять ничего не получил, да? Я правильно понял?
Блин, опять ничего не получил. Там где лук? О, двойной лук. Ладно, пусть будет. Зато мы получили дофига славы. Потому что мы получили дофига левелапов нашего лука. Хотя я бы не назвал этой группой скорее кишащим месивом из всякой стреляющей фигни. Ну, да, не убивай меня, пожалуйста. Не стреляй в меня, я просто тень... А, блин. Какие же тут танцы минус, когда у меня даже маны нет. Пятьдесят. Все. Пора. Пора заканчивать на этот раз. Я не буду играть до следующего раза. А когда будет следующий раз? Догадываться вам. Возможно, в следующий раз вы застанете меня. А возможно и нет. Но пока что всем спасибо за просмотр. С вами был Иронимус. Всем пока.